Одно дело танцевать в классе под счет и под контролем преподавателя. Совсем другое – на вечеринках. Зная это, клуб «Галаденс» не скупится ни на количество мероприятий, ни на разнообразие тематик. Одной из ярких вечеринок этого лета стала Russian Style Party. Русский дух, народные костюмы и удалое веселье. Это как минимум дань уважения нашему, скажем так, нашей культуре, нашему отечеству. Тем более патриотизм можно назвать трендовый момент. Все будут одеты в наши национальные наряды. Я шел номер специально со своей студенткой подготовил. Это была ее идея, честно признаюсь, она прямо настояла. Я не сразу согласился, потому что раньше не был погружен в наше отечественное направление русских народных танцев. Но когда начал его изучать, очень сложно, но очень интересно. Знаете, как говорится, русским мухом пахнет от этих танцев. Тренд на отечественное можно интерпретировать по-разному. К примеру, носить и поддерживать российских дизайнеров. Свои уникальные наряды, сочетающие хай-тек и делюкс, в этот вечер презентовала челябинский модельер Юлия Бодакова. В качестве моделей выступили студентки «Галаденс», которые обладают красивой осанкой, легкой походкой и имеют опыт выступления на сцене. Все это – результат занятий танцами. Вы увидели какую-то красивую картину? Когда вы видите, на машине вас очаровал закат. Вы его запомнили, сфотографировали. Можно в Инстаграм, а можно сразу на ткань. И так родится новая ткань, созданная вашим впечатлением. В этой коллекции мы взяли за основу белый цвет. И для меня это вот белый лист бумаги, и на нем нарисован один единственный, самый важный цветок. То есть это вот та суть женщины, которая иногда скрыта, иногда она распускается. Задача каждой женщины – себе позволить зацвести. Очень интересно. Я сегодня была женщина-маг. Да, и так совпало, что мак – один из моих любимых цветов. Это было для меня, наверное, даже символично, как-то интересно. Очень красивые наряды. Когда предложили поучаствовать в этой коллекции, показали буклет с платьями, я сразу остановила выбор вот на этом платье, в котором была. Как бы думаю, если я пойду, то только в нем. Опять же, подчеркивают вот эту утонченность, женственность. Дают такой романтичный образ, и я думаю, что в таком можно пойти на какое-то светское мероприятие, а ловить на себе все взгляды, притягивать. Русская тема время от времени переживает кризис. С другой стороны, если не бояться иногда к ней обращаться, можно открыть новые ее стороны. Как, например, эта вечеринка, пришедшая по вкусу танцорам наравне с милонгами и вечеринками в карибском стиле.